получил свой багаж только вчера вечером и сегодня наконец-то вернулся на лед. Почти неделя выпала, но тренировка прошла хорошо. Рад присоединиться к парням на площадке, рад покататься наконец с шайбой. Сейчас я фокусируюсь на том, чтобы как можно скорее втянуться, набрать оптимальную форму. Думаю, это не займет много времени. Первые дни ребята показали мне окрестности арены, торговый центр, парочку хороших ресторанов, где можно поужинать. Мы прогулялись по центру, и я увидел, что это действительно красивый город. Кроме того, партнеры помогли подключить сим-карту, теперь я постоянно на связи с домом. Вообще, первые впечатления очень приятные. Здесь все приветливые, стараются сделать так, чтобы я не чувствовал себя посторонним. Ведь самое сложное на первых порах – это языковой барьер. Например, если я не знаю, как пройти в магазин или к арене, то всегда могу рассчитывать на помощь. Очень дружелюбная страна. Я уже в предвкушении первых домашних матчей. Yeah, it's very welcoming and a great group of guys.